В Кызылорде 20-летний юноша вымогал 3 миллиона тенге за бездыханное тело. Ссора со знакомым закончилась дракой, в ходе которой молодой человек нанес своему обидчику несколько ударов обломком шифера. От полученных травм 24-летний парень скончался на месте. Чтобы скрыть содеянное и запутать следствие, убийца отправил смс-сообщение матери погибшего, в котором требовал не сообщать о похищении в полицию и приготовить указанную сумму в недельный срок. Сейчас подозреваемый в тяжком преступлении дает признательные показания. Как только поступил сигнал, к оперативно-розыскным мероприятиям приступили сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью и Аксайского отдела полиции. По горячим следам задержан 20-летний житель города. Он безработный, ранее несудимый. В содеянном признался. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следственные мероприятия продолжаются.